Сегодня на предприятии «Газпромнефть» «Новояборскнефтегаз» прошло традиционное ежегодное совещание. По вопросам работы и взаимодействия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности между руководителями нефтяного предприятия и руководителями подрядных организаций. Перед участниками совещания стояла задача выработать необходимый комплекс мер на 2013 год по минимизации чрезвычайных происшествий на производстве. В прошлом году у нас достаточно было большое количество происшествий, также связанных с несчастными случаями, поэтому нам есть о чем поговорить на перспективу 2013 года. Это очень важные вопросы, потому как работники подрядных организаций работают непосредственно с нашими работниками и, создавая культуру безопасности, возможность создания культуры безопасности только совместным трудом. Поэтому основное направление и основные мероприятия будут направлены на минимизацию травматизма.